составить перечень ваших вопросов, и вы в письменном виде получите. Нет. Я повторюсь, сейчас вы составите перечень вопросов. Никаких письменных видов. Какой смысл тогда собрания, если да. Мы все собрались, а мы будем... Нет, смотрите, есть закон о персональных данных, разрешение на съемку я не давал никому. Ну извините. Зарплата у медработника 33 тысячи, сейчас нет нормальных. Позорище! Вот только что приехали в Курск, привезли для жителей Курска и военных вот такую вот гуманитарную помощь. Пошли, да, покажем, как наши волонтеры работают. Тут у нас получается, мы распределяем, да, всю гуманитарку. Там у нас по пакетам, пошли это, пакеты покажи. Так, вот так мы, опять же, собираем все. Да, то есть крупы, макароны, гречка, сладости, чаи, да, тушенка. Это, опять же, и жителям Курска, и нашим военным. Ну, а кто тоже хочет поддержать наших бойцов, то реквизиты будут тут на экране. Сейчас, на самом-то деле, очень мало кто помогает. Коча, передай привет. Всем привет. У нас там это еще два мотика для штурмовиков. Коча, Михаил Анигматович. Огромное тебе спасибо, брат, за ту поддержку, которую ты оказываешь нам. За предоставленную помощь в специальной военной операции нашим волонтерам. Спасибо большое, брат. Берегите себя. Служу России, как говорится.